сегодня будет возможность у вас встретиться с очень разными людьми, разными специалистами в области, ну, кардинального и научно обоснованного продления человеческой жизни. Вот я сейчас говорю примерно так, я подыскиваю слова, потому что скажи кому-нибудь там, в области бессмертия, сразу куча таких людей, которые вам пообещают, там, ну, завтра, послезавтра уже вечную жизнь, вот, и так далее, подобное. Вот здесь таких обещающих не будет. Но здесь будут люди, которые реально и серьезно этим занимаются многие годы, и которые могут рассказать о том, что есть на самом деле в этой области. Что происходит? Возможно, некоторые наши иллюзии или ожидания, что все так быстро и легко решается, может быть, развеются. А возможно, наоборот, у многих из вас наконец-то возникнет идея, елки-палки, я не верил, что это возможно. Это возможно. То есть при моей жизни я могу прожить значительно дольше, чем планировал. А может быть, даже когда-то и не умирать. Все может быть. То есть у вас будет возможность об этом сегодня узнать. Значит, здесь есть специалисты, которые, ну, просто эти вопросы уже хорошо знают. И, скорее всего, вас интересуют более специфические, более, может быть, тонкие, может, более профессиональные аспекты. Но прекрасно, вы сможете получить из первых рук то, что хотите. Здесь есть люди, которые, возможно, с этой темой встречаются первый раз. Замечательно, вы получите информацию из рук специалистов и профессионалов вот напрямую. То есть у вас будет возможность потом в будущем сравнивать то, что вы получаете извне, с тем, что получили здесь, чему стоит или не стоит доверять. И третье, что немаловажно, мы здесь собрались, чтобы вместе, это важно, находить те реальные шаги и те пути для того, чтобы нашу с вами жизнь продлить и сделать долгую, наполненную удовольствием жизнь для каждого из нас реальностью, а не мечтой или пустой идеей. То есть, что можно для этого сделать? Вот такие вопросы, они будут в голове у каждого. Что я должен, условно говоря, пить, есть или не пить, или не есть? Что я должен совершить, например, в своей жизни, совершать какие поступки? И я предлагаю каждому просто задуматься, вот начиная с сегодняшнего момента, сегодняшнего дня, что я могу сделать, пусть небольшого, но сделать так, чтобы моя жизнь была дольше, моя жизнь была наполнена удовольствием и радостью, чтобы я мог помочь в этом тем людям, которые мне дороги и близки.